Привет. Привет. Как тебя зовут? Евгения. Евгения, сколько тебе лет? 31. Как давно ты куришь? Ты считаешь, что ли? Да, я считаю, наверное, плотно 11 лет. 11 лет. То есть ты начала курить со скольки? Пачку в день, вот так, с 19, с 20 лет, вот так. А помнишь ли ты свою первую сигарету? Какие ощущения были? Сможешь ли описать? Нет, первую сигарету я свою не помню. Но я помню ощущения, когда была еще совсем маленькая школьница, курили с девчонками, прятались от родителей. Ну, это было так, больше баловство. Но первое ощущение – это головокружение, и все. Головокружение. Больше никаких ощущений. Ну, неприятных прямо сильно нет, не было еще. Наверное. Сколько сигарет в день ты куришь обычно? Около 12 сейчас. Меньше пол... Где-то, да. Больше полпачки, можно так сказать. Больше половины. А какие сигареты ты обычно куришь? Какие, марку? Да, бренд. Бренд, я люблю Филипп Моррис. Так. Люблю, вот сейчас недавно попробовала Кэмэл, мне очень понравился, который сейчас есть у нас. Вот. И иногда, не иногда, но вот сейчас чаще белорусские сигареты я курю, самые такие недорогие. Вот. Они стоят вообще копейки, и приходится их иногда тоже курить. Мне главное, чтобы была сигарета. Было что курить. Да, было что курить, да. Я тебя понял. Ну, сегодня для тебя я приготовил сигареты под названием «Саратога». Попробуй их, покури. Как раз расскажешь, как они по вкусу отличаются ли от того, что ты куришь. Хорошо. Обычно. Возьми, пожалуйста, сигарету в губы и подержи ее там, без рук. А я поснимаю с разных ракурсов. Без рук? Да. Угу. Сможешь? Да. Постараешься. Носом попробовать? Да, попробуй через нос выдыхать. Не получается? Вроде бы получается. Ну, подожди, к носу мы перейдем. Давай пока без рук держи. Посмотри вперед. Пепел стряхни, а то упадет. Красиво. Сейчас подожди, с другой стороны подойду. Вот теперь поподыхай носом, пожалуйста. Да, классно получается. Еще. Еще разок. Хорошо. Как ощущения от этих сигарет? Для меня крепковато, на самом деле. То есть твои обычные сигареты гораздо немного слабее. Немного легче, да, да. Ну, не гораздо, но немного легче. Это так, горечь чувствуется небольшая. Угу. Саратога. После того, как ты просыпаешься, как скоро ты куришь первую сигарету? Через 15 минут с чашечкой кофе. Ну, кофе и сигаретка. Кофе, сигарета, да, это стандарт. Завтракаю я намного позже уже, поэтому... Угу. У меня утро, кофе, сигареты обязательно. В наличии. Понял. За те годы, что ты куришь, пробовала ли ты уже завязать курением? Нет, никогда не пробовала и пока не собираюсь. А есть ли у тебя дети? Да, есть дети. Сколько детей у тебя? У меня трое мальчиков. И все твои?
И все мои, конечно. Ну, молодец, у тебя много детей. Много, да. Много. А скажи мне, пожалуйста, ты во время беременности бросала курить? Можно сказать, что нет. Практически нет. Но я курила намного меньше, около 5 сигарет в день. Вот так. Я отказаться не смогла, к сожалению. Пыталась, но не смогла? Пыталась, но не смогла. С первой беременности я, да, именно старалась, но дальше я поняла, что это невозможно. Угу. Как-то это повлияло на здоровье детей? На здоровье детей первого, возможно, да, немножечко. Да, была легкая гипоксия, но это не отразилось на нем никак. Угу. А так остальные все здоровенькие детки, слава богу. Я благодарна за это. Я себе, понял. Своему здоровью, своему телу. Угу. В первую очередь, наверное, себе. Что все обошлось. Понял. А как ты считаешь, курение как-то на твоем здоровье отражается? На моем, конечно. Конечно, естественно. Минусы есть, минусы большие. Это в первую очередь зубы. И кашель. Кашель у меня прекрасный вообще, особенно в транспорте. Это очень некрасиво, но такие, да, минусы есть. Да. Вот эти два минуса. И плюс, да, запах. Все. Вот как бы три минуса, которые 100% есть в курении. Куришь ли ты дома при детях? При детях очень редко. У нас частный дом, я курю на улице обычно, они этого редко видят. Редко. Но старший понимает, знает, да. Старшему сколько лет? 5 лет. Уже все соображает, уже хорошо. То есть, можно сказать, ты, в принципе, недавно остальные родила всех троих. Остальные пока маленькие. Ну да, с 26 лет начала и понеслось. 5 лет уже сижу дома, очень устала. Угу. Сидеть дома. Скажи, пожалуйста, ты когда куришь, ты плюешься? Нет. Угу. Нет. Знаешь ли ты, что есть люди, которым нравится смотреть на курящих девушек? С недавнего времени, да, поняла это. Выставила фотографии в Инстаграме, и стали появляться какие-то сообщения от европейских, вроде там, страниц, да, запросов. Угу. Вот. Просили, можно разместить ваши фото на страничках, где именно я посмотрела эти страницы, там нет никакого там... Ну, легкая эротика, да, и все, больше ничего. Потому что уже женщина сигарета, я считаю, что что-то, да, есть в этом какой-то... Сексуальный подтекст. Сексуальный подтекст, конечно, конечно. Ну, так что вот так. А как ты думаешь, сигарета и само курение делают тебя более сексуальной во время курения? Не думала об этом, не знаю. Угу. Не знаю, не могу ответить, не знаю. Не знаю. А что тебе нравится? Мы не говорили. Что тебе нравится в самом курении? Что мне нравится? Можно выкинуть? Да, выкидывай. Все, я ее уже не смогу дальше никак курить. В самом курении что нравится? Да. Это минута для того, чтобы побыть самой собой, подумать. Угу. Для меня это как-то... Ценно. Ценно, да, в этом плане. В плане, ну, отдых такой 7-минутный. Можно сказать так, да. Да. Поглаживание такое психологическое, что ты вроде бы отдыхаешь, ты куришь, ничего в этот момент не делаешь. Ну, иногда я и сигареты в руках что-то делаю, чаще всего. То есть, да, бывает такое. А что с тобой происходит, когда вот ты, например, долго не куришь, там, час, два, три? Час, два, три. Бывают такие промежутки? Да, конечно, бывают. Ломка? Ну, можно так сказать, да, ломка. Как это проявляется там? Кружится голова или... Нет, у меня голова не кружится. Я, ну, просто вот... Дискомфорт прямо в организме, даже в желудке, можно сказать. Что-то внутри гложет тебя, и тебе хочется покурить. Угу. Ты знаешь, что тебе хочется покурить. Я тебя понял. Ну, в принципе, вопросы у меня закончились. Отлично. Спасибо тебе, Евгения. Спасибо. Всего доброго, пока-пока. Пока.